Привет, всем привет, всем здравствуйте. С вами, как всегда, я, Леха, канал Hardplay. Ну что же, дождались. Кто-то скажет, что дождались, не скажу. Ладно, скажу. Матрица, ребята, вышла новая Матрица. Значит, называется она Возрождение, если я не ошибаюсь. С 99-го года, кстати, Матрица у нас выходит на наши голубые экраны. Была Матрица, перезагрузка, революция и сейчас Воскрешение. Если я не ошибаюсь, как я правильно почитал, Киану Ривз на месте, все хорошо, все красиво. Даже, кстати, была аниматрица. Вот так вот, в свои года, по-моему, в 2003 или 2004 году была даже анимированная Матрица. То есть в свое время даже еще и игра была, кстати, у меня на компе. Да, серия фильмов была очень популярна и постепенно-постепенно все угасло, как всегда это бывает. Но сейчас мы с вами можем лицезреть, понимаете, возрождение, перерождение практически уже пожилой Матрицы. Извините меня, уже 20 с лишним лет ей. Всем приятного просмотра, давайте посмотрим трейлер Матрица Возрождение. Поехали. Так, погнали. Томас, вы чем-то встревожены сегодня. Расскажите, что произошло. То, что мне снится, не похоже на обычные сны. Я что, схожу с ума? Мы не используем здесь этот термин. Тупо я. Привет. Так же валяюсь всегда суточкой. Мы знакомы? Офигенно сделали. She's 10 feet tall. Полетаем. Ты ищешь правду, Нео? Тогда... Не понял. Может быть, это ты, дружочек? Кибербуллинг пошел. Поэтому ты все еще сражаешься. И никогда не сдашься. Ты меня не знаешь. Нет? Нихера, ульта пошла! Мороз по коже пробирает, прям, а. Прям оно. Очень круто сделали, спустя просто. Спустя столько лет вернуться туда, где все началось. Обратно в Матрицу. Матрица. Воскрешение. Слушайте, ну, наверное, схожу на Матрицу. Мне прям понравился трейлер. Такой он прям, знаешь, прям такой... в мурашечки по коже. Прям хочется сходить 16 декабря. Окей, ладно. Сбегаю и схожу в свою инстакарточку hard.inst. Выложу отзывы, наверное, да, прям по фильму. Как вообще, зашло, не зашло. Кстати, напиши в комментариях тоже, вообще, смотрел ли хоть один фильм Матрицы. И, может быть, в игру играл, либо аниму, или мультики. Там, да, аниме, по-моему, было. Смотрел. Напиши, давай, поделись со мной. Посмотрим, сколько нас таких. Всем хорошего, ребята, настроения, всем удачи, встретимся в следующем видеоролике. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.